Новые возможности для будущих спортсменов. Губернатор Владимир Сипягин в ходе рабочей поездки в Гусь-Хрустальный посетил масштабный спорткомплекс с бассейном имени Паушкина. На днях в нем была завершена масштабная реконструкция. Само здание комплекса было построено еще в 70-х, и у него непростая история. В 75-м году сам спорткомплекс заработал, но здание бассейна было недостроено, и бассейна у нас в городе не было никогда. Вот, то есть история непростая, судьба непростая, и переходил объект в частные руки, я имею в виду недостроенный бассейн, и потом была целая история, как его вернуть в муниципальную собственность. В 2016 году здание бассейна вернули городу, а в 2018 году началась масштабная реконструкция комплекса в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Общая стоимость реконструкции составила более 177 миллионов рублей, большая часть из регионального бюджета. Теперь жители Гусь-Хрустального получили возможность заниматься плаванием, а также еще 13 видами спорта, в том числе борьбой, волейболом и другими. Также в трехэтажном комплексе расположен тренажерный зал, раздевалки, душевые и хоккейная площадка. Комплекс рассчитан на 730 человек. Занятия в нем еще не начались. Официальное открытие состоится после снятия режима всеобщей самоизоляции. И когда наши уважаемые спортсмены, тренеры, значит, смогут заниматься, а я уверен, что у нас в ближайшее время все равно наступит этот долгожданный момент. Я уверен, что они с огромным удовольствием сюда придут и будут добиваться новых спортивных рекордов.